Прицел у них постоянно сбивается. Вот в чем еще прикол. Дурности данной ситуации. 4 БМП прется. И то, может быть, не 4, а все 8. Фиг его знает. Опять просто такой налом страшный. Чё вселят-то, ё-моё, только что целились, уже садятся. Я их не понимаю иногда. Да даже не то, что иногда, большую часть времени. Чего вы не целитесь? Перед вами УАЗ проезжает. УАЗ, УАЗ, вот, УАЗ. Это не какая-то, если кто-то не видит, УАЗ. Кабриолет. В чем проблема? С пулемета расстрелять можно. Нет, они вытаскивают леопард насмерть просто. Загрызли. УАЗ. Просто с 40-миллиметровым гранатометиком, который стреляет фугасными гранатами. Фугасными. Заряд, наверное, как у пехотной мины противопехотной. Нет, они кромсают танки. А танки им ничего не могут сделать, потому что либо не видят, либо, я не знаю, что. Тупые вообще. Отростки мозга. Пулемет же есть. МГ-3. Нормальный, 7,62, как раз под УАЗ. Нет, они что-то там тормозят. Мозгами своими электронными дурацкими. Надо немножко разведать тогда. Что-то их здесь перебор, господа. А еще больше слабо послать? Почему бы сразу не 20? А то я что-то недостаточно охреневаю, сложив ситуации. Какой-то варгейм, у противника нет чувства меры вообще никакой. Адекватный. Он тут что хочет, то и посылает в каких угодно количествах. Какой это варгейм тогда? У меня минус вертолеты. Взяли, выцепили. Танки не выцепляют, а эти выцепили пулеметами. Конечно, понимаю, что у них там тоже 25 миллиметров, что ли, пушка автоматическая. Но, блин. Извините меня, почему танки не стреляют? Почему вертолеты опять сели? Почему танки, они на холме? Они все прекрасно видят. Я понимал, если они там в низине еще. И то они бывало на ровном месте стоят, они все равно стреляют. Даже если на опушке, а дальше только поле. Сейчас-то что мешает? Мозги электронные включить. Жуть, в общем. Некомментируемая жуть, потому что я не знаю, где тут. Где тут баланс вообще? Как это можно назвать? Это не баланс. Ну вот, видите, отличная просматривая местность. Все от, вообще от, отовсюду простреливать можно. Вот это претензия. Смотрите, с какого расстояния. Расстояние, блин. 5 километров, не меньше. И попал. Замечательный набор.
Это вне всяких. Это в полтора раза больше, как минимум в полтора, даже в два, наверное, раза больше, чем у Куба, если бы я за него играл. Я имею в виду дистанцию ведения огня. Это какой-то, я не знаю. Это плевок в лицо игроку. Это не понятно, куда уехал. Я же тебе не сюда приказывал. Встать. По крайней мере, вот в эти кусты приказывал. И то, наверное, даже не в них. Ладно, будем пробовать разные позиции. Вертолеты опять-таки здесь использовать нельзя, насколько я понимаю. У меня только три танка, которые еле-еле стреляют. Буду сейчас с одного залпа по одному БМП выцеливать. Еще УАЗики. Жуткие эти УАЗики. Главное, чтобы они ПТУРы не задействовали, тогда будет все нормально. Тогда прокатит. Слава богу, господи. Рандом зарешил, называется. С этого раза они что-то решили вдруг начинать попадать. Так, 42 минуты, 1378 очков. База Новембер опять захвачена противником. Надо туда переться просто и контролировать этот Новембер, потому что... Что-то там нечисто, знаете. Видимо, они все-таки может быть, они именно так и заказываются. Но не знаю, я не приверженность этой точки зрения, потому что, скорее всего, комп просто читерит, как всегда. В наглую и все. То, что он этот Новембер захватывает, это не значит, что он через него заказывается сразу там. Вот и ПЗРК подошли. Ладно, здесь разберутся. А это что такое? Откуда и куда это летело? Плохо. Нет, зря я туда попёрся, не нужно мне этого. Это мне не нужно. Мне нужно сидеть и не рыпаться. Ну, это уже последняя стадия. В общем-то. Так они выплёвывают просто каждые 3 секунды буквально. Оп! А вот это уже вообще интересно. То ли это вертолет просто так случайно полетел, то ли они как-то его видят. П-38
Плохо вот не показывается, сколько я удержал-то вообще эту точку. Ну, примерно еще 7 минут надо ее удерживать. Немножко сбрасываю ресурсы, чтобы миссия не прекратилась раньше времени. Здесь, кстати, очень опасно сейчас будет. На вертолете переться, сами понимаете. Везде турсы. Фиг его знает что. Но это хотя бы быстрее, чем на машине. Ну и эффективнее, потому что леопард сожрет сразу весь Урал. Подчистую. Чинук хотя бы вмещает себя в 2000 единиц припасов. Так, садимся. И сразу полетим сейчас обратно. Чинуком. На дозаправку, скажем так. Потому что, скорее всего, не хватит. Жрут, как я не знаю, как мамонты какие-то сразу же. Огромное стадо причем. Этих мамонтов. Ну, здесь хватит, я думаю, ему. Еще сотку на починку. Так, ПЗРК стрела, отлично. Да господи, что ты не стреляешь-то? Постоянно вот этот счетчик, он крутится. А выстрела так и нету. Тоже не понятно. Либо целится, либо не целится. Либо целится, либо не целится. Если не целишься, то почему счетчик тогда показывает, что он целится? Непонятная туфта. Так, здесь мы сохраняемся. И летим обратно перезаряжать чинук. Наполнять его всяческими товарами. Можно, я думаю, уже напрямую лететь. Еще ничего не будет. О! Что это такое там? У-ху-ху-ху-ху! Офигеть! А вы-то что не стреляете? А, все нормально.